А я приезжаю, я здесь отдыхаю. Отдыхаю зимой, сажаю цветы, там что-то выращиваю. В 75-м году семья Людмилы Кадыковой построила в Вырубово летний домик. Тогда о том, чтобы провести газ в строении, и не мечтали. В начале лета жители деревни пригласили на общее собрание. Так в населенном пункте стартовала программа социальной догазификации. В июне мы были на собрании. Нам предложили прийти и написать заявление. 4 июля мы договор заключили. И в конце августа у нас уже подвели газ. В рамках президентской программы Вырубово газ подвели к 19 участкам. Трое собственников заключили комплексный договор, в их числе и Кадыковы. Вы решили комплексно заключить договор? У вас и котел, и плита, и счетчик, да? Ну, на будущее, да, потому что дом недостроен, но на будущее потом все это, да, подключат, установят. А вот когда газ появится в доме, зависит уже от самих хозяев. Пока в разгаре строительные работы. Не ожидали, что газ проведут так быстро. Мы уже начнем оборудование покупать и подстроить все под газовое. То есть не электрическое, а газовое. Вот она, наверное, дешевле будет. Вырубово – один из первых населенных пунктов Одинцовского округа, где специалисты западного филиала компании «Мособлгаз» полностью завершили догазификацию. К работам приступили 6 августа, закончили 21 сентября. В этом и в следующем году мы должны полностью газифицировать 169 населенных пунктов. Уже поступило более 6 тысяч заявок на социальную газификацию. У нас открыт офис в часах стационарный. У нас также перемещаются мобильные офисы Мособлгаза по территории согласно графику. В этом году в программе социальной дегазификации участвуют 59 населенных пунктов. В 28 уже идут работы. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».